Всем привет! Это свежая подборка различных полезных бытовых товаров для вашего дома на каждый день. В описании под видео, помимо ссылок на сегодняшние товары, будут различные промокоды на первую покупку для новых пользователей. Так что переходите и пользуйтесь. А еще в конце будет конкурс. Приятного просмотра! Карандаши для замазывания царапин на мебели. Даже при аккуратном обращении со временем на мебели могут появляться царапины от установленных на ней предметов в результате неаккуратного перемещения, а также из-за когтей домашних животных. Для быстрого ремонта таких повреждений удобно пользоваться специальными карандашами-замазками. Достаточно подобрать нужный оттенок и нанести его на поврежденную поверхность мебели. В некоторых случаях карандаш можно с помощью зажигалки расплавить над местом повреждения, а после размазать его с помощью скребка. Карандаши предлагаются в 20 вариантах оттенков, которые закрывают все основные потребности владельцев мебели. Следы от них устойчивы к воде, не выцветают и безопасны для окружающих. Суперклей для металлических деталей. Этот двухкомпонентный специальный клей предназначен для склейки металлических поверхностей и замазки в них щелей. Перед применением содержимое двух тюбиков следует смешать в пропорции 1:1 и в течение часа использовать полученную смесь. В противном случае она застынет. Место нанесения клея следует предварительно обработать с помощью наждачной бумаги. Клей полностью застывает в течение 12 часов при комнатной температуре. Он отличается высокой прочностью соединения и эффективен при температурах от 150 до 60 градусов. Помимо металла его можно использовать для ремонта пластика, керамики, дерева и даже стекла. Ты тоже иногда вечерком, как и я, скучаешь и не знаешь, чем же себя занять? Есть увлекательное решение World of Warships. Огромная куча легендарных, огромных кораблей, включающая 4 различные класса. Ты только взгляни на эту мощь и величие. Этот красавец будет доступен тебе. Его можно кастомизировать как душе угодно и выделяться по полной. А еще можно построить собственную клановую базу и нагибать с друзьями. И это все на огромных, красивых, проработанных картах с потрясающими эффектами и графикой. Регистрируйся прямо сейчас, ведь всем новым игрокам есть бонусы. Это премиум эсминец Тачибана Лима 3 уровня, американский крейсер Амаха 5 уровня, 45 дней премиум аккаунта, 6,5 миллионов кредитов, 1555 дублонов, 55 камуфляжев, день рождения World of Warships и 5 сигналов каждого типа. Чтобы появились бонусы, нужно скачать игру по ссылке снизу, зарегистрироваться только через e-mail и сыграть первый бой. Переходи и окунись в увлекательное сражение. У тебя получится! Bluetooth замок для ящиков. Данная модель отличается простотой установки и универсальностью. Чтобы установить его в ящик, достаточно приклеить замок на две точки 3М, обеспечивающие прочный контакт. В качестве ключа здесь служит связанный телефон, а питание замка осуществляется от единственного элемента 3А. Дистанция разблокировки замка составляет до 10 метров, а скорость срабатывания до 2 секунд. Язычок запорного устройства хромирован, а поэтому хорошо защищен от коррозии. Также здесь предусмотрена функция оповещения при низком заряде. Даже если батарейка сядет, то добраться до содержимого ящика можно будет все равно. Раскладная сумка-люлька 2 в 1. Для облегчения ежедневных прогулок мам и малышей. В сложном состоянии это обыкновенный заплечный рюкзак, внутри которого удобно переносить детские питания и вещи. Если разложить сумку вдоль, то получится удобная люлька, где ребенка можно оставить во время пикника в парке или в других ситуациях. Например, когда ему срочно потребовалось сменить подгузник. Сумка оборудована несколькими отделениями, а кроме того здесь предусмотрен небольшой кармашек для банковских карт, скрытый отдел для телефона, а лямка на ручках позволяет соединить их так, чтобы они не распадались. Аксессуар можно носить как за спиной, так и в руках. Ограждением колыбельной служит сетчатый материал, который пропускает воздух. А материал рюкзака защитит содержимое от попадания влаги. Отсек для бутылочек здесь защищен с помощью алюминиевой прокладки, что позволяет дольше сохранять стабильную температуру их содержимого. Приспособление для подготовки продуктов к барбекю сильно упрощает задачу подготовки, так как вся его поверхность состоит из ребер. Разные секции, расположенные здесь, удобно использовать для разных угощений. Например, здесь очень удобно подготовить заготовки для кебаба. Для этого мясо на палочке достаточно расположить в желобке, после чего прижать крышкой. Также приспособление хорошо подходит для подготовки овощных шашлычков. Его корпус целиком изготовлен из пластика и отличается высокой прочностью. Вытяжная веревка для сушки белья.
Иногда для того, чтобы высушить белье, нет необходимости в постоянно натянутой веревке, а достаточно временного решения, которое не занимает много места. Эта вытяжная веревка для белья как раз и является таким решением. Состоит приспособление из двух половинок, катушки и планки для фиксации вытянутой веревки. Для их установки на стену достаточно проделать отверстие и воспользоваться комплектной отверткой. Подходящие саморезы уже входят в комплект. Корпус вытяжной сушилки изготовлен из нержавеющей стали и доступен в нескольких вариантах, которые одинаковы по функциональности, но отличаются лишь внешним видом, весом и длиной веревки – 2,8 и 3,8 метра. Вихревая воронка с эффектом водоворота. Водоворот относится к той же категории природных явлений, которые лучше всего наблюдать живьем. К сожалению, по объективным причинам, сделать это не всегда возможно. Зато это можно сделать в домашних условиях на примере упрощенной модели. Речь в данном случае идет вовсе не о стоке в ванной, а о специальной воронке, которая предназначена для вертикального соединения двух бутылок горлышками друг к другу. Перетекая из одной емкости в другую через переходник, вода закручивается в большую воронку, позволяющую разглядеть физическое явление во всех подробностях. Мультихаб-подставка 9 в 1. Поскольку современные ноутбуки твердо взяли курс на похудение, количество доступных портов в них резко сократилось. Теперь пользователю остается довольствоваться лишь парой-тройкой выходов USB-C. Альтернативным способом получить больше интерфейсов является использование хабов. Это не простой универсальный хаб, но еще и подставка для ноутбука, приподнимающая его над поверхностью стола и обеспечивающая лучшее охлаждение. Устройство состоит из двух половин, которые устанавливаются под углы лэптопа, подключаясь к доступным выходам USB-C. Всего здесь предусмотрено 3 порта USB 3.0, один порт USB-C для передачи данных, а также универсальный USB-C порт, который может использоваться для передачи видео в формате 5К и в качестве 96-ваттного источника питания. Его пропускная способность составляет 40 ГБ в секунду. Помимо этого здесь доступен классический выход HDMI, розетка RG45 и 3,5-мм выход для аудио. Универсальная распыляющая насадка. Вы решили полить грядки, помыть собаку или наконец-то очистить свой автомобиль от налипшей грязи? Тогда вам не обойтись без универсальной распыляющей насадки, которая поможет во всех перечисленных ситуациях. Эта насадка присоединяется к любому садовому шлангу и позволяет распылять поток на несколько мелких струй, которые отлично справляются с перечисленными выше видами работ. Вода подается под напором, а поэтому отлично очищает различные поверхности от загрязнений. Для переключения режимов используется регулятор на рукоятке. Приспособление оборудовано удобной рукояткой и обладает длиной 46 см. Прозрачная накладка для защиты мебели от когтей животных. Эти прозрачные накладки наклеиваются на те участки мебели, которые, вероятнее всего, могут быть поцарапаны. Обычно это боковые поверхности. Клейкая основа совместима с большинством поверхностей, включая ткань, кожу, дерево и стекло. Сквозь такие накладки свободно проходит свет, а значит, они незаметны для домочадцев и гостей. Вместе с тем, для домашних животных они становятся непреодолимым барьером, не позволяющим нанести повреждения дорогим предметам интерьера. Пленка для защиты от когтей изготовлена из ПВХ, отличается повышенной прочностью и обладает размерами 63,5 на 20 см. В один комплект входит сразу 3 наклейки. Двойной коврик для кошачьего туалета. Этот коврик призван ограничить распространение песка по квартире. Двойная сетчатая структура служит в качестве средства для чистки лап и накопителя. Остатки наполнителя скапливаются между слоями и легко вычищаются без ущерба для чистоты полов в доме. Устанавливать такой коврик следует в непосредственной близости от лотка, чтобы кошка всегда проходила по нему после посещения уборной. Коврик изготовлен из прочного нетоксичного материала, который успешно противостоит когтям, а также устойчив к намоканию и легко отмывается от грязи. Основание защищено от скольжения по полу. В продаже доступны варианты в нескольких размерах. Стороны самого маленького из них составляют 30 на 30, а самого большого 55 на 70 см. Ультразвуковая стиралка с питанием по USB. Если срочно требуется постирать одежду вдали от нормальной машины, то не стоит делать это руками. Повседневную стирку вполне можно доверить компактной машинке со встроенным ультразвуковым излучателем. Эта модель выполнена в формате складного силиконового ведра, а поэтому занимает минимальное количество места при перевозке. В основании здесь установлена шайба, которая одновременно вращает одежду и является источником ультразвука.
Последний помогает очистить ткань от въевшейся грязи. Таким образом, это приспособление наилучшим образом подходит для кемпинга и длительной жизни в командировках. Внутрь можно загрузить до 1 кг белья. Для питания ультразвуковой стиралки используется проводное подключение через USB-штекер. Устройство развивает до 200 оборотов в минуту, а цикл стирки длится стандартные 30 минут. Машинка является тихой и оборудована широкой ручкой для переноски. А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона, либо на WebMoney. Условия очень простые. Это быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому ролику и написать в комментариях, в какие игры вы играете на ПК, либо на телефонах. Можно название игр, либо жанры. Кстати, я на втором канале доделал уже необычную и классную буржуйку, так что переходите и смотрите, кому интересно. Спасибо вам за просмотр и будьте здоровы!